Фанаты Демет Асдемир с нетерпением ожидают премьеры нового сериала «Мой дом», в котором актриса будет играть главную роль. Демет очень волнуется, ведь это ее новая роль. Поклонники помнят ее в образе героини сериала «Ранняя пташка», и она переживает, что может не оправдать их ожидания. Несмотря на ее переживания, фанаты уверены, что Демет ожидает огромный успех и в этом проекте. Актриса призналась, что сценарий сериала «Мой дом» произвел на нее огромное впечатление. По ее словам, это будет очень захватывающее путешествие для нее, потому что она попробует что-то другое, что-то новое. У сериала реальная и очень красивая история. Новый сериал «Мой дом» выйдет на телеканале ТВ8. Главные роли в нем сыграют Демет Асдемир и Ибрагим Челикол. Это очередная история о драматической любви, сюжет которой основан на одном из нескольких романов, написанных турецкой писательницей Гюльсерен Будаей Джеоглу. Вероятнее всего, это будет переработанная адаптация книги «Девушка за стеклом» последней работы писательницы, которая была издана весной 2019 года и имела шумный успех в Турции. Сериал познакомит зрителей с молодыми людьми Налан и Хайри, между которыми завяжется роман. Молодой человек, выросший в бедной семье, полюбит девушку, сидящую за стеклом, привыкшую к безбедному существованию. Но так ли безоблачна ее жизнь на самом деле?